Всем привет, друзья! Мы находимся в хостеле Аксай. Это Ростовская область, город Ростов, рядом с городом Ростовом. Мы закупились сегодня в Икее, сняли для вас обзор, я думаю, вы уже его увидели, и решили показать вам, необычный контент для нас. Сразу скажу, нам никто не платил, нам никто не делал скидок, нам просто позволили снять внутри номер с икеевской мебелью. А почему мы решили это сделать? Прежде чем зайдем, давайте объясню, чтобы у вас понимание было, стоит вам вообще смотреть этот обзор или нет. Как можно использовать средний сегмент икеевской мебели в хостелах, в гостиницах, в гостевых домах, особенно, да, все-таки рядом Краснодарский край, Крым, я думаю, а так как у нас, оказывается, подписчиков, нас и в Ростове сегодня останавливали подписчики, поэтому, я думаю, это актуально. Пойдемте посмотрим, мы покажем и расскажем. Так, 19 номер, ключик от него, мы уже открыли, включили свет, разуваемся. Кстати, мы здесь останавливаемся второй раз, первый раз останавливались по дороге в Крым. Устроила полностью с детьми, ценник адекватный, чистенько, комфортно. В общем, вот смотрите, вот такого плана номера. То есть мы спокойно разместились вчетвером. На двухспальной кровати муж со старшей дочкой, вот на таком мелком диване мы с младшей. Ну, это уже не Икея. Значит, смотрите, что у нас здесь есть икеевского. Пойдем. Кровать Нейден. Так, я ключ положу, чтобы не звенеть. Кровать Нейден, сейчас она стоит 7000. Почему для таких мест актуально все-таки металлическая? Вы никогда не знаете, какие будут у вас гости. Хорошо, если они будут такие же адекватные, как и мы. Гости могут быть всякие. Металл, по крайней мере, не раздолбать, но только если сгрызут, либо да даже изгрызть нереально. Если только с болгаркой приедет, но сами понимаете, это уже вряд ли. Так, хотели на две камеры, но я думаю, на одну хватит. Полотенце Герон. То есть на два человека, два полотенца, большое и маленькое. Мы разворачивать не будем, потому что номер приготовлен для гостей. Постелька икеевская. Здесь обычные простыни двалы. На матраснике Горкин. Смотрите, две простыни даже стелят. На матрасник икеевский. И матрас Хамарвик. Матрас Хамарвик жесткий. Здесь спальное место 1,60 м. Такой же на матрасник, на речное дно Луруи, соответственно. То есть полностью Икея, но, во-первых, грех, да, Икея в 2 километрах от этого хостела. Дим, речное дно видно? И речное дно. Кстати, вот это вариант, да, почему две простыни, наверное? Так проще потом стирать. Не так пачкаются, я думаю. Ну, простынки двала. Меня что привлекло, подкупило, что все чисто. Прям вот реально чисто, вот куда... Сегодня мы пока спали... Горничная убирала этот номер, то есть пыли особо я не увидела. Я, конечно, не Елена Летучая. Модули Экет, они сейчас по 1300, если не ошибаюсь. И очень мне понравилось, хотим также дома сделать. Тапочки, обычные киевские тапочки, которые в виде кармашка для пульта. Зеркало не Икея, но, смотри, очень похоже на зеркало Хемнес. Да? Ну да, есть общее что-то. А это не Ануля? Давай снимем. Дим, я боюсь нас. Нет, антивандальные. Антивандальные, да. Похоже на Хемнес, но у меня все-таки такое чувство, что это под Хемнес. Но у Хемнеса нет вот таких расщелин. Грубо. Да, может быть, по стилистику Икеи. А в номере, в котором мы остановились, мы не будем показывать, там уже дети, бардак. Есть вешалка. Здесь не икеевская вешалка. У нас подобная, только икеевская белая. Ну, мы покажем. Сейчас уберемся маленько. Покажу. Хорошо. Икеевские плечики, рожок для обуви. Кстати, шторы. Это нет, Ремлумер и Мирета. Так, что у нас здесь еще? Барные стулья. Это не Икея. Подносы, посуда, мусорное ведро. То есть вплоть до таких мелочей. Что мне понравилось? Смотрите, панелька Скодис. Разрезали просто тупо пополам, и из одной панельки у вас получается, да, для двух номеров. Полочка со скодиса используется под чай, кофе, держатель для рулона, для бумажных полотенец, а подставка для канцелярских принадлежностей под ложки, вилки. Пойдем в ванну. Ванны. А, кстати, полка Масленда. Удобно, да, здесь розетки, то есть можно использовать под телефон, еще что-то положить. В принципе, ну, для таких целей подходит вполне. Так, в ванной у нас из Икеи... Сейчас. Какой
какой-то затхлый воздух. Где свет у стены? Здесь синий, да. А, струна икеевская. Ну, шторка не Икея. В принципе, все, Икеи больше нет. А, и светильник кварт. Смотрите, то есть вполне во влажном помещении живет, нормально здравствует. Ну, вот такие вот номера. По деньгам мы отдали 200... Вот тросы. Это не тросы. Нет, это не Икея. Кстати, вон паутина. Мы отдали 2250 за сутки. Мы на 2 дня поделились, то есть считайте, 4500 мы отдали за все. Ну что, вот такой вот обзор. А, кстати, вот смотрите. Зеркало. Забыла название. Нет. Лотс. Нет, лотс другое. К. Ну, в общем, икеевское зеркало, оно из 4 полосок состоит. Можно вполне разделить на 2, да, и использовать там для 2 номеров. Кстати, общежитие можно таким же образом. Кто, у кого, например, комната в общежитии, либо там сами живете, либо сдаете, тоже вполне можно обустроить вот таким вот минимальное и при этом вполне так вот функционально, аккуратненько, чистенько все это дело смотрится. Пойдем к себе чуть-чуть покажем. Ну, пойдем чуть-чуть бардака покажем. Ребят, мы сейчас в номере, в котором мы живем вторые сутки. Понятно, что у нас как бы не идеально, да, бардак. Дети и прочее. Значит, смотрите, вот стоит икеевская вешалка. Стоит она сейчас 4000. Тоже вполне функционально. То есть люди здесь и зимой разденутся. Полку можно использовать под обувь, можно под всякую всячину. Икеевские плечики. Зеркало за 400 рублей. Тоже вполне лаконично. Вот подойди сюда, покажи. Вот про него часто спрашивают, насколько видно человека. Давай я возьму камеру. Вот смотрите, то есть я на расстоянии, так вот, вытянутая рука у меня получается, вот вешалка, 40 сантиметров, то есть, ну, грубо, да, около метра, чуть поменьше. И вот меня вполне, мне себя видно, то есть посмотреться в это, ну, спокойно можно. А, про эти зеркала часто спрашивают в общежитии, в такие мини-гостиницы. Еще смотрите, здесь не икеевская столешница, она выполняет функцию барной стойки и стола, и я даже работала за ней сегодня. Можно взять икеевскую столешницу, хотите пилить, хотите нет, но здесь отпилено, чтобы, хотя можно было и пошире сделать. И три ножки в зависимости от длины. Ножки лучше с регулировкой высоты, потому что, не знаете, сегодня у вас так, завтра что-то изменилось. Кромки есть у столешницы, когда вы ее отпиливаете с любой стороны, чтобы ее закрыть. Я про икеевскую столешницу. Так, дальше. Кровать. Что мы еще не показали в том номере, да, который нам разрешили поснимать. Одеяло, подушки, тоже все Икея. Но вот это старая коллекция одеял. Или глузблат это. В общем, одеяло икеевское. Не буду я сейчас его выворачивать. Давайте сейчас посмотрим подушку. Подушки средний пол... А, подушки вильдинг. Отстеганные подушки по 449... 499 рублей они сейчас стоят. И на полу коврики сливер. То есть фактически взяты такие вот самые неубиваемые товары. Его можно стирать, вообще без особых проблем он стирается. А, вот, ну, вот этот размер, да, в принципе, для там хостела, гостиницы этого достаточно. Занавески в нашем номере уже другого цвета, но тоже мирете. Мы, когда вперед ехали в Крым, останавливались на первом этаже, там были желтого, по-моему, такого, ну, другого оттенка. Тоже все нормально, то есть, в принципе, и свет блокирует, у них как бы свет горит всю ночь на территории. Так, карнизы тоже Икея, 2 штанги Река. Спрашиваете часто в комментариях и в личку в ВК пишите, можно ли, кстати, вот подпалили, можно ли использовать Реку вот под такие занавески. Да, друзья мои, можно, спокойно выдерживают. У нас Санелла висит дома на Реке. Хугард берут, когда все-таки, ну, когда хочется, не знаю, функционал Хугарда, когда совсем тяжелая занавеска. И смотрите, ну это не икеевские шины, а у Икеи есть тоже такие же шины, трос. Лаконично, не надо никаких плафонов, пыль не скапливается, да, то есть такое гораздо проще обработать от пыли. Кондеи есть в каждом номере. Ну что, в принципе все, еще раз повторюсь, это не реклама, нам за это не платили, скидок не делали, бесплатного проживания не предоставляли. Мы просто решили показать для вас, как это может быть. И видео, я думаю, полезно тем, кто едет на юг, и все-таки тем, кто занимается сдачей жилья, арендой, общежитиями, прочими вещами, которые можно использовать. То есть это наше первое, да, такое пробное видео внутри помещения, где уже используется Икея. Никогда в самой Икее товар стоит. И если такой контент вам интересен, пишите обязательно в комментариях, потому что у нас уже готов цикл. Мы
по коллаборации, да, по обмену с клиентами, мы можем снять бьюти-бар, то есть бров-бар, массажный салон у нас есть клиенты, посуточная сдача квартир, гостиница. Ну, большой список. В общем, друзья, если вам такой контент интересен, мы целый плейлист отдельно сделаем. Использование товаров IKEA, например, в гостинице, в парикмахерской, там, в студии шугаринга, в развивающем центре, впрочем. В общем, жду очень ваши комментарии. Не ругайте нас за... Не надо как бы, да, писать то, что «Ой, у вас там вот это валяется, то высоты». Друзья, мы ехали сутки до Ростова практически. Целый день сегодня в IKEA, глазки в кучу. Поэтому вот как есть. Все, все, спасибо. Ссылки в описании не будет? Ссылка в описании на хостел? Нет, ладно, нам за это, да, я не вижу смысла. Просто убивайте Аксай. Аксай, да, он в свободном доступе. Потому что, ну, посмотрим, если мы все-таки хозяева, да, хостела проявит какой-то интерес, и будет там, допустим, ну, как обычно, да, как в турбизнесе делал, когда ты кого-то рекомендуешь, тебе потом там порядка 10%, а, допустим, за 5 тысяч вы заселились, 500 рублей нам перечисляют. Тогда, да, может быть, там и промокод какой-то от нас будет, прочее, а пока просто вот тупо использование товаров в конкретной местности, скажем так. У меня все. Всех люблю, пока.